Сегодня на Камчатке в самом центре города Елизово совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. По словам очевидцев, стал еще в воздухе издавать странный скрежет и свист, а после жестко приземлился буквально в 50 метрах от спортивного комплекса возле хоккейной площадки. По счастливой случайности там никого не было. Вертолет направлялся на пригородную турбазу. На борту пилот и два пассажира. В результате один человек погиб. Состояние еще одного врача оценивают как тяжелое. Одной из версий крушения специалисты называют возможную остановку двигателя.